С 20 по 28 августа на базе отдыха Веневитинова прошла традиционная школа актива Воронежского государственного университета. 17 факультетов вуза представляли почти 140 активистов, которые посетили различные мастер-классы. Школа актива в этом году проводится 5-й раз. У нас девиз этой школы «Юбилейная лучшая твоя». В общем-то, действительно будет лучшая школа актива. Очень сильный контингент участников приехал. Мы вчера были поражены уровнем первого вечернего дела. Действительно, я так на наших концертах не смеялась, как смеялась вчера. Каждый год мы вносим какие-то новшества. 4 года подряд у нас было правило. Один участник, одна школа актива. В этом году мы сделали отряд режиссеров, которые приехали в школу актива 2-й раз. Можно сказать, что мы следуем новейшим тенденциям в образовании и открыли магистратуру школы актива. Вот. Это ребята, которые в прошлом году, как правило, все побывали в отрядах организаторов, актерского направления, танцевального, и поняли, что хотят поняли для себя, что хотят развиваться и работать в определенном творческом коллективе и быть режиссерами. Приглашенными экспертами на школе актива 2016 выступили художественный руководитель Казанского камерного театра «Сдвиг» Александр Фельдман и артист театра «Унисон» Ирек Ебатуллин и Елена Марьяхина. Гости активно работали с участниками, делились опытом и рассказывали о тонкостях мастерства. Я отнесся с безумной радостью, потому что считаю, нет ничего важнее, чем воспитание человеческой души. Ибо важно не только, какого специалиста выпускают из высшего учебного заведения, суперинженера или суперматематика, или суперфармацевта, или химика. Важно еще, какого человека выпускаем в жизнь. Насколько он вежлив, развит, насколько он способен общаться с другими людьми. В противном случае, если он не обладает всеми этими качествами, именно, скажем так, качеством морали, что ли, или нравственности какой-то, то такой человек не нужен никому, стране в первую очередь. А все эти качества, о которых идет речь, воспитывается исключительно искусство, культура. Именно вот такие лагеря, именно такие сессии, события сами по себе, все, что касается студенческой весны, первокурсников, это такой сумасшедший организм. Я просто в нем слишком долго, наверное, живу, в этом организме, и еще до сих пор не вышел. Вот. Поэтому считаю крайне это важным, и прикасаться к этому, и иметь к этому отношение, и быть причастным к этому, мне кажется, важнее нет ничего в жизни. И это прекрасно, это здорово, то, что и руководство вуза, и все, на всех уровнях и всех звеньях внеучебная деятельность, она вот развивается, потому что не каждый высший, не каждый вуз, не каждый регион даже имеет подобную школу. То есть, в принципе. Поэтому было очень радостно, что пригласили, и радостно первого того, что здесь это вообще происходит. Это классно. А результаты, они будут однозначно. Любое семя, брошенное в плодородную землю, даст всходы. Ребята талантливые, это плодородная земля. Наша задача вот сейчас вот это вот семечко-то зародить, тень какой-то надежды, сомнений, и развеяние сомнений, что они действительно могут. Они талантливые до нашего приезда и будут талантливыми после нашего отъезда. Все, кто является экспертами на школе актива, это люди, увлеченные своим творчеством и готовые работать с студенческой аудиторией в режиме нон-стоп. В чем мне нравится школа актива, в том, что ребят, по сути, участники школы актива данной, это второй курс, текущий закончили, то есть, по сути, ребята уже еще свеженькие, зелененькие, с которыми можно работать, с которых можно вылепить все, что угодно, и эта школа позволяет собрать их все вместе и сделать, задать им, скажем так, правильное направление, правильный ритм, и чтобы они поймали волну и на этой волне уже развивались как самостоятельная личность, как люди, обогащались духовно и, соответственно, превращались в такой коллектив полноценный, масштабный. Так что в ВГУ у нас очень сильно развито творчество, и мне это очень нравится.